Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Суитавтарам Апар Сансар Самандрасетум Бхаджаммахи Бхагавату Сарупам Ямравайандаманапетамапетагритвам Дайпаяна Вирахакатарваджухав Путрети танмаятая тарбо винедун, ванг сарва бхута хидаям муниманутосми. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Тавад бхайам давина дехо сухит нимиттам Сокохо сприха парибхаво випулосчало Тавад мама хомити Асадаба грховарти мулам Джаваннати ангрима бхайам Прабринит локаха Тавад бхайам давина дехо сухит нимиттам Сокохо сприха парибхаво випулосчало Тавад мамо ити ашад авагрховарти мулам Джаваннати ангрима бхайам Прабринити локаха Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакупа Патто Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если нет никого, кто мог бы защитить нас, тот, кто мог бы оказать поддержку в нашей жизни, то тогда вся обстановка, внешняя обстановка, она примет какой-то ужасный вид, чтобы как-то напасть на нас. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорил, что если я не нахожу никого, кто бы мог защитить меня, позаботиться обо мне в моей жизни, и в этом случае обстановка может принять какой-то ужасный вид и напасть на меня, то есть какие-то трудности создадутся. И в этом случае только Харикатхана может быть нашей поддержкой. В таком случае только трансцендентная Харикатхана может спасти нас. И если нет никого, кто может защитить нас, а кто этот защитник? Имеется в виду не какое-то богатство. Или если у нас есть муж, отец, мать или жена, или еще кто-то, разве они могут защитить нас по-настоящему? И вот Шрила Прабхупад говорит не о нашем материальном теле. Для этого есть какая-то медицина, доктора, которые могут нам как-то помочь, но здесь говорится не об этом. Это здесь имеется в виду защитить вас, значит, защитить вашу душу. И вот для этого есть только один путь. Это мы должны зависеть от Гуру Вайшнавов и Харикатхи. И это может дать нам полную защиту. Иначе нет других вариантов. И также под именем Харикатхи и Харибаджана те, кто обманывают людей и все общество. А обычные люди, они настолько глупы, что они хотят быть обмануты, и поэтому их обманывают. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад говорит, по крайней мере, если у нас есть интерес достичь того трансцендентного мира,
если мы хотим совершать баджан, то велика вероятность, что нас кто-то обманет на пути, поскольку майя, она не позволяет нам так просто достичь Вайкунтхи или Галоки. Майя, она не позволяет это, но не только майя. Также Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О Удхав, те полубоги, они всегда пытаются причинить какие-то беспокойства, проблемы тех, кто совершают баджан, они пытаются сбросить их с пути». И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О Удава, эти полубоги, они всегда пытаются как-то одурачить тех, кто идет по пути Хари Баджана, но так или иначе, если они обнаружат, что у вас есть огромное стремление, огромная любовь к Гуру и Вайшнавам, то в этом случае никакая майя или никакие полубоги, они не смогут остановить вас от совершения Хари Баджана. И вот суть в том, что те, кто опасные люди, и вот они под видом саду, они такие люди, они более опасны, чем какие-то простые хулиганы. И вот можно найти какие-то опасные люди в обществе есть. Они для того, чтобы получить какие-то преимущества. Иногда они приходят в храм и живут под видом преданных, хотят доказать, что они преданные, но они более опасны, чем простые хулиганы. И это самый простой для них путь, как спрятать свою демоническую натуру. И вот такие люди тоже есть, они пытаются какие-то проблемы принести в общество преданных. И еще одно, духовный лидер, а еще бывают такие люди, становятся духовными лидерами, и если они сами в ад попадают за их действия, и также те, кто следует таким ложным духовным лидерам, они тоже туда же попадают. И как же определить, кто такой саду, а кто не саду? Поскольку в шастрах говорится вот эти такие слова, что без саду, гуру, вайшнавов, без их милости нету пути. И многие спрашивают меня, как определить, кто такой саду, а кто ложный саду, а кто не саду. И я говорил также под руководством Шрила Прабхупад, говорит нам, чтобы определить саду или преданного, чтобы отличить их от непреданных, сначала мы должны быть искренни. И тогда после этого мы сможем осознать, что те, кто всегда заняты служением Шри Кришне, Верховному Господу, у них нет времени находить недостатки в других, и в то же самое время можно найти, что те, кто следует своему Гурудеву полностью, и еще главный признак, то, что они не должны быть, то есть главный признак чистых преданных и настоящих преданных, это то, что они не против чистых гуру и вайшнавов. То есть это главный признак, как определить. И если какие-то люди выступают против чистой харикатхи, против гуру и вайшнавов, то занимаются политикой, какие-то препятствия чинят на пути к харикатхе, то и не позволяют другим говорить об абсолютной истине на абсолютном уровне,
поскольку вот те, говорить, об абс, говорить об абсолюте нельзя говорить о нем по-настоящему, пока мы не достигнем абсолютного уровня. И вот саду, гуру и вайшнава, общение с ними очень важно, не только это. Что значит санга? Санга значит общение. Это такой открытый термин. Есть душ санга, сатсанга. Это значит дурное общение. И вот если мы совершаем благое общение, то тогда значит мы оставляем дурное общение, иначе нет толку. И вот люди не могут понять разницу между этим, поскольку есть очень тонкая грань между сатсангой и асатсангой, что обычные люди не понимают о том, как определить сатсанга или асатсанга. Многие люди спрашивали Шрилу Прабхупаду, что вы говорите, мы не должны ходить туда, туда и сюда тоже не ходить, и куда же можно ходить, мы не понимаем. И тогда Шрила Прабхупада был вынужден сказать, смотрите, там, где не совершают нама апарадху, не совершают оскорбление святого имени, то есть они могут святое имя не повторять, и это не, может не быть чистой харигатхой, но, по крайней мере, если они не совершают оскорбление святого имени, то это не столь опасно. Но также под именем Харикатхи и Харибаджана, если происходит оскорбление святых имен, как некоторые люди, например, они говорят Харикатху только для того, чтобы заработать денег, то, естественно, на такие собрания смысла нет ходить. И поэтому Джива Госвами Пад, он вот в этой шлоке говорит такие слова. И те, кто говорят Харикатху, есть два вида людей. Первые, у них есть какие-то грязные чувства, какие-то анартхи, посторонние желания, ожидания, жадность, гнев и другие желания. И вот если такие люди, даже одевшись в одежду саду, они если говорят Харикатху, то это может быть даже очень красиво, они могут быть профессиональными лекторами, но это не будет настоящей Харикатхой. Как понять, что такое Харикатха? Шрила Прабхупад говорит, если вы слушали Харикатху и у вас осталось великое, большое впечатление в вашем сердце, Шрила Прабхупад сравнивал наше сердце с ваджрой, даже со скалой. У некоторых сердца она тверже, чем скала. И Шрила Прабхупад приводил пример, что нужно нужно использовать Харикатху, которая подобна динамиту, чтобы она открыла сердца таких жесткосердечных людей и размягчила их. И вот Шрила Прабхупад говорит, что, по крайней мере, мы можем посещать те собрания, где не происходит нама-апарадха, то есть там, где не оскорбляют святые имена. Если там нама-апарадха происходит, то так куда бы еще ни шло, но настоящее благо мы не сможем получить от посещения таких мест. И вот наш прежний ачарья Рупа Госвами Пад сказал уже, что мы должны слушать Харикатху. Вот в этой шлоке приводится как качество. Что значит эти слова? Рупа Госвами Пад говорит,
Саджати расая, значит, то есть нужно слушать харикатху от тех, кто стремятся, от тех преданных, которые стремятся к той же цели. Может, они не совсем совпадают с нами, но, по крайней мере, похожи по настроению на нас. То есть есть какие-то люди, которые стремятся к каким-то совершенно другим целям. И вот Махарадж говорит, что если мы слушаем харикатху от каких-то людей, которые полны различных желаний, то Рупа Госвами Пад, вначале он предупреждает нас, будьте внимательны. То есть мы сейчас находимся в таком положении, когда нам нужна садусанга, но какая именно садусанга? Какая садусанга? Мы должны быть очень осторожны. И вот Рупа Госвами Пад говорит, например, мы слушаем харикатху от какой-то личности, у которой есть духовное знание, но нет осознания этого знания. Просто пустое знание, без должного осознания этого мало. Он может просто прочитать и запомнить, а еще такой человек может вообще быть с другой сампрадая. И в этом случае, если мы слушаем его лекции, то есть я не говорю, что нужно оскорблять их, но эти четыре авторитетные сампрадаи есть вайшнавские. И вот Махарадж иногда тоже бывает. Он общается с какими-то саду, с других сампрадай, с ачарьями, но они не могут изменить его настроение. То есть они приходят, выражают почтение, может, какое-то служение совершать, но они не могут, такие саду, они не могут изменить мое сердце, поскольку наше сердце уже продано лотосным стопам Шрилы Прабхупады и Гуру Падпадмы. Никто не может изменить мое сердце, это невозможно. И вот что я хочу сказать. Другие сампрадаи, может быть, хорошие саду, с достойным поведением, достойным характером, но из их поклоняемый Господь, Рама, например, или то в этом случае, если мы будем слушать харикатху, это не столь опасно. Но Рупа Госвами Пад говорит, что мы должны слушать харикатху от такого саду, который находится на более высоком уровне, чем мы, у которого есть осознанное знание, и он с нашей сампрадаи, поскольку если мы будем ходить слушать харикатху от самосознавшей себя души в нашей сампрадаи, то мы получим питание, улучшение нашего собственного гаудия баджана. А если мы идем слушать харикатху от Рамануджа Саду, то это, конечно, хорошо, но он будет говорить о своей сиданте, о своем поклоняемом Господе Рамачандре. И может, эта сиданта не столь неплоха, но все же гауди сиданта, она более очищена, более возвышена. Иногда мы можем найти, что Джива Госвами Пад, он опровергает сиданту Рамануджа Ачарьи. И в этом случае мы будем находиться в таком непонятном состоянии, не поймем, что к чему. И чтобы дать полное питание нашего баджана, согласно нашей сампрадае, чтобы питать наш баджан, мы должны иметь общение с саду своей сампрадае. Это очень благоприятно для нас. А еще, если мы общаемся с очень возвышенными саду, то это тоже опасно. Мы можем неправильно понять их,
не почувствовать умонастроение тех возвышенных садов, парамахамс, и так совершить какое-то осознанное или неосознанное оскорбление, это будет очень опасно, это может стать причиной нашего падения также. И вот когда какие-то преданные, вот, например, у Шрилы Прабхупады спросили разрешение, может ли Шрила Прабхупада пойти и можно ли пойти получить даршан вообще? Вандас Бабаджи Махараджи, но Шрила Прабхупада говорил, что нет, не нужно. А почему? Потому что вы можете не понять его умонастроение и совершить какое-то неосознанное оскорбление, и это будет плохо для вас. И поэтому Шрила Прабхупада обычно никогда никому не позволял ходить там и тут без каких-то должных целей. Я вчера говорил также, что если просто приехать в какую-то даму, то толку мало будет. Как, например, Гурудеву кто-то приезжал из Вриндавана, приезжал из Гурудеву из Вриндавана, хвастался, и Гурудев спрашивал, как там Вриндаван. А преданный говорил, что ничего хорошего, одни обезьяны, испражнения на дорогах, канализация воняет везде, обезьяны, вот очки украли, дорога вся разбита, и одни проблемы, в общем-то. И Гуру Махарадж сказал, говорил мне, смотри, вот человек из Вриндавана приехал, это его видение Вриндавана. И поэтому перед тем, как отправляться в Вриндаван, нужно исправить свое мировоззрение, мироощущение. И если по милости Гуру Вайшнавов мы сможем изменить наш даршан, наше видение, то мы уже не будем видеть никаких испражнений обезьян, а будем видеть божественный Вриндаван, как он описывается в этом стихе. Если мы получим милость Гуру Вайшнавов, то в этом случае мы можем попасть во Вриндаван, наше сердце расплавится от влияния Вриндавана, и Вриндаван явится перед нами, но силой мы не можем попасть во Вриндаван. Я уже говорил много раз, что попытки входа будут наказаны будут тех людей, которые хотят пройти куда-то. Вот, иногда пишут, вход запрещен, а за попытки входа следует наказание какое-то. Вот так и Вриндаван. Майя Деви, она не позволит нам просто попасть во Вриндаван или на Галоку, или еще куда-то. Мы должны быть очень осторожны. И вот суть в том, я говорю о сатсанге. И так много вопросов приходит ко мне, как это возможно, что Калия, он был полностью материалист, и как для него возможно что он получил такую милость Кришны, что Кришна, он своими стопами прикоснулся к его голове. Даже Брахма Шанкар, Лакшми Деви, Прахлад Махарадж, Нарада, Друва Махарадж, никто из них не мог сказать, что он получил такую милость от Кришны, и как это возможно для какого-то Кали обрести такую милость, и какова же главная причина за этим. И вот в начале всего Шрила Прабхупада дает нам совет. Завтра я более подробно буду говорить об этом. И те, кто совершают Гаудия Бхаджан, те, у кого есть великолепное чувство, поскольку во всех вселенных только Гауди Сампрадая, у нее есть бесчисленные сокровища Гауди Сахити. Только в Гауди Сампрадае, что говорить об этой земле? Во всех мирах только у Гауди Сампрадае есть такая особая особенность, особое отличие. Но этому нельзя следовать без должного руководства. Мы должны следовать Рупи Санатане и Шриле Прабхупаде.
Рагунати Госвами, Дживи Госвами, Гопалбати Госвами и всей нашей Гурварги. И тогда, если мы следуем от им, то тогда мы сможем жить во Врадже. Если мы полностью следуем наставлениям, всем наставлениям нашей Рупану Гурварги, то только тогда мы сможем жить во Вриндаване. И Шрила Прабхупад просит нас, что вначале всего мы должны понять главную разницу. То есть мы должны понять разницу между Бхакти Винодарой, между учением Шрилы Бхактивинода Тхакура и то, что не является им. И если мы поймем, то по милости Гуру и Вайшнавов, то тогда нам не нужно иметь общение со всякими лицемерами. И вот если саду-санга есть, то мы можем понять, это саду-санга или нет. Если мы совершаем саду-санга, но все же мы не можем понять, что это саду-санга. И вот я могу сказать, что по милости Гуру Вайшнавов это возможно изменить наше сердце. Это единственный путь милости Гуру Вайшнавов. Those who are going to leave Gurudev, Sadhguru, and doing all rubbish in this life, they come and they are coming to take shelter under the roof. И вот есть такие люди, которые приходят, чтобы получить прибежище у Садхгуру. Они получили харинам и посвящение, но майя она может их скинуть с пути. И что делать в этом случае? И Шрила Шридхар Госвами Махарадж отвечал, может быть, они получили харинам и дикшу и пали, но все же кто-то в этой жизни, кто-то в следующей жизни, кто-то через одну, кто-то через две или через несколько, то этот садхгуру, он не может оставить ученика, понимаете? Он спасет его так или иначе. И вот Шридхар Госвами Махарадж говорит, так или иначе, он спасет его. И поэтому в Киртане говорится, вот Чакшудана Диладжей Джанма Джанма Гуру. То есть в этом Гурусей, и вот в этом киртане говорится, что и вот Гуру Таттва, она единая и уникальна. Мы не можем разделить Гуру Таттву на части, она едина и неразделима. И вот они не понимают, что к Садхгуру, кто приходит в форме Садхгуру, это Кришна и Баларам. И вот Джанмаджанма Гурусей, то есть если мы получили прибежище у Садхгуру, то даже если мы пойдем, то Гурудев все равно спасет нас. И вот Шридхар Госвами Махарадж говорит, что если такой человек совершил ошибку, но и пал, то Садхгуру, он все равно спасет его. Если не в этой жизни, то в следующей. Если не в следующей, то в какой-то из следующих. И поэтому народ нам Дастакур с огромным чувством пишет такие киртаны. И вот в другом киртане. ब्रजपुरे तबे से देखिए भालो नतुबा परान गेलो
И вот Нарутам такого говорит: «Я падшая душа, и если вы сможете взять меня за волосы, вытащить из этого океана Майи и дадите возможность жить в Даме, как Навадвип или Вриндаван, то тогда, я думаю, это хорошо, иначе я умру без вашей милости». И поэтому Нарутам Такур говорит, совершает киртан и плачет так. И вот Шридхар Махарадж отвечает на этот вопрос. И вот еще бывает, что кто-то занимает какую-то, ну, какие-то деньги или что-то занимает у Гуру Вайшнавов, а в этой жизни, если не получилось отдать, то будет вынужден в следующей жизни отдать. То есть он опять такой человек будет вынужден соприкоснуться с Гуру Вайшнавом, или кто-то, если поругается с Гуру или Вайшнавами, то в следующей жизни или в этой, то тоже придется соприкоснуться с ними. И это все благоприятно. Вот как так же с Калия получилось. И вот Калия, он был в каком-то лесу, и там был Валмыки. В смысле, еще не Валмики, а Ратнакар был. Валмики впоследствии он стал. И вот был разбойник, Ратнакар его звали. Занимался разбоем. И вот Нарада проходил по той дороге, он поймал Нараду. И хотел забрать все у него. А Нарада сказал, что у меня ничего нет, нечего забирать, но ты идешь, и вот ты смотри, так занимаешься разбоем, убиваешь живых существ, и ты получишь все назад в следующей жизни, будешь страдать так же, как и те, кого ты убил. А он говорит: нет, мои дети, жена, родители, они разделят все мои грехи. Не разделят, иди и спроси. И вот он не поверил, привязал Нараду к дереву, пошел спрашивать. И действительно, никто не хотел брать на себя его грехи. И что делать? Вернулся к Нараде, спрашивает, что делать. Нарада говорит: хорошо, иди, переоденься, прими омовение, и я дам тебе харинам, самое ценное в этих мирах. И только воспевание святых имен, оно спасет тебя. И вот он хотел убить Нараду, но Нарада, он хотел сделать какое-то благо для него. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху дал пример Санатани, и вот еще в другом случае с Нарадой тоже был какой-то охотник. Охотился, Нарада там мимо проходил и помешал. Охотник пришел, начал возмущаться. Что из-за Нарады он не смог убить оленя. И Нарада сказал: а вот те звери наполовину убиты, кто их убил? Охотник с гордостью сказал: я убил их. А зачем ты убиваешь так? Это традиция такая. От отца узнал, что надо наполовину убивать, чтобы они мучились. И вот это мой такой образ жизни такой. И зачем ты наполовину-то их убиваешь? Можешь сразу убить, чтобы не мучились. А охотник спрашивает: а тебе-то какое дело, как я их убиваю? А Нарада говорит: если ты их полностью сразу убьешь, они хотя бы мучиться не будут. Actually,
А вот этот охотник сказал, что когда они мучаются, мне от этого приятно. И иногда сказал, он настолько жесток ты, и моя просьба к тебе, не нужно этого делать. Если ты хотя бы убиваешь их, то сразу убивай, чтобы они не мучились. И вот Нарада говорит, что они тоже убьют тебя в следующих жизнях, все эти живые существа, они точно так же тебя убьют, и ты также будешь мучиться в судорогах, страданиях. И что же делать? Что делать? Нужно отказаться от этой греховной деятельности, сломать для начала свой лук и стрелы. И охотник сказал, что делать, как же пропитание добывать себе. А Нарада сказала, что не волнуйся, я позабочусь об этом, но сначала иди, сломай свой лук и стрелы, прими омовение в Ганге. И Нарада, он после этого дал ему харинаму, и жизнь этого охотника поменялась. И таким образом я могу привести также пример с Харидас Такуром. Когда Харидас Такур был бит на различных 22 базарных площадях в Калне, и Харидас Такур, он молился Господу: «О Господь, они не знают, что они делают, пожалуйста, прости их». И таким образом все время гуру и вайшнавы, они ищут решение наших жизненных проблем, хотя мы можем быть недовольны их вмешательством или как-то угрожать им, но все равно гуру вайшнавы, они хотят помочь нам. Как вот был случай с Сиддханта Махараджем, он очень был строг, забрал саньясу у каких-то нескольких саньяси недостойного поведения. И эти саньяси решили отомстить и убить его. И вот этот Сиддханта Махараджа забрал у них одежду саньясы и данды. Он говорил ему, что если вы приняли саньясу, то должны жить достойным образом. И вот он говорил, что после того, как вы приняли брахмачарию или саньясу, то и жить нужно достойным образом. Но сейчас, к сожалению, не все следуют этому. Но Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени, и также ачари, они должны быть дворниками, чтобы вымести всю грязь с поля баджана. Они должны очистить это поле баджана, те, кто оскверняют и загрязняют этот поле баджана, то обязанность ачари выгнать, вымести таких людей из этой намахаты. И кто кому может следовать тогда? И вот суть в том, что если вы даже поругались с каким-то преданным, но это тоже хорошо в каком-то смысле, поскольку в будущем это изменит вашу жизнь. Как, например, в случае с Лакша Широй, она по заказу какого-то этого мошенник какого-то человека, она пошла соблазнить Харидас Такура, но
она ходила три дня к нему, но в итоге она раскаялась в том, что она собиралась сделать, и приняла посвящение у Шрилы Харидас Такура. И вот вайшнавы могут изменить сердца таких плохих людей. И вот вопрос, как для Кали возможно было обрести такую великую милость. И вот мы вернемся чуть в прежнюю жизнь Кали. Кали совершил оскорбление лотосным стопам Гаруды Бхагавана. Не здесь, а в Раманакдвипе, где он жил прежде. But that actually, when Kali was there in Ramanakdvipa, и вот когда Кали был в этом Раманакдвипе, давно это было, еще в 24-й Чатурюге. Во времена царя Мандата это было. И вот Кали был там, и он совершил ошибку лотосным стопам Гаруды и начал с ним спорить. Кто такой Гаруда? Я хочу проверить его. И вот он съел, в общем, всю еду для Гаруды. И когда Гаруда пришел, прилетел туда и смотрели, что Кали все съел, все, что для него предназначалось, и еще был злой очень, и вот они начали сражаться. Beating. After that, at last, by the beat of his wing, one wing, thud. Then Kaliya was almost faint. И вот Калия был практически убит тем Гарудой Бхагаваном. Он понял, что не может сражаться, вот если. Вот он решил в итоге сбежать, пока еще живой. И вот с Раманакдвипа он вспомнил, что место есть во всем мире. Озеро на Ямуне. Что это единственное место в мире, где Гаруде нельзя быть. Если бы он на небеса, либо в Паталу убежал, то Гаруда мог бы его там достать. И скорость Гаруды была быстрее, чем мысль. И вот, чтобы спастись от Гаруды, он вынужден был бежать в эту пещеру на озере рядом с Ямуной. И вот, что сделал Гаруда? Он оскорбил Гаруда Бхагавана. Гаруда — это спутник Верховного Господа, и вот он совершил так первое оскорбление, и потом, так или иначе, но одно положительное, но было, он был вынужден во Вриндаван бежать, поскольку если Гаруда его даже почти победил, но так или иначе был вынужден во Вриндаван попасть. Но смотрите, толку он от этого никакого не получил из-за того, что попал во Вриндаван. Это, конечно, хорошо, но
никакого результата позитивного он не получил, поскольку совершил оскорбление. И вот второе, то, что Гаруда, он вайшнав, он спутник Верховного Господа, и хотя Гаруда пытался наказать его, но все же по милости Гаруды он во Вриндаван попал, где Ямуна, Ямуна на трансцендентно. И вот Кали потом второе оскорбление совершил. Нитянанда, он Верховный Господь, не отличный от Гуранги, но вот этот случай тоже подходит. Джагай Матхави, что они делали, что сложно, что проще сказать, что они не сделали, то есть они совершили все грехи и все оскорбления, которые только можно было совершить. Но все же, когда они совершили оскорбление лотосным стопам Харидас Такура и Нитянанда, Нитянанда это сам Баладев, но он действовал как преданный. Они просили их повторять святые имена, а эти пьяницы, они были возмущены, что кто-то их заставляет повторять Харинам. Они взял какой-то горшок и кинул в Нитянанду, попал ему в голову, и пошла кровь от этой раны. И когда Гуранга узнал об этом, что кто-то посмел ударить Нитянанду, и ему сказали, что вот Джагай Матхай Махапрабху позвал Сударшан Чакру. Сударшан Чакра, она уже прилетела, и уже собирались отрезать голову этим Джагай Матхая. А Нитянанда сказал: «О Господь, в этой аватаре твое обещание, что ты не будешь использовать никакое оружие». И с помощью Харинама Махамантры Махапрабху хотел очистить, спасти всех падших душ, не с помощью оружия. Когда вот во время Лилы Вишну, Вишну убил Шишупалу и Равану и прочих демонов, и такова милость его была, но в этой аватаре без всякого оружия, только с помощью святых имен он собирался изменить сердца всех демонических людей, таких как Кази и другие. И Нитянанда сказал: «О Господь, пожалуйста, прости их в этой аватаре. Ты не должен принимать и использовать никакое оружие». И тогда по просьбе Нитянанды и Харидаса Махапрабху он пролил на них свою милость, и после этого их сердца полностью изменились, что невозможно для Верховного Господа. Если Верховный Господь хочет изменить сердце любого демона, он может это сделать. Хотя мы уже знаем, вот по пути во Вриндаван Махапрабху, когда проходил из Джараканда, то свирепые животные, тигры, львы, они танцевали по милости Махапрабху, и что же невозможно для него. Во Вриндаване также говорится, когда Махапрабху совершал Вриндаван парикраму, то те, кто следовали сочетанию Махапрабху, они были удивлены, даже тигры, львы, олени, коровы, телята, и все они шли за ним, а коровы облизывали сочетанию Махапрабху.
И Махапрабху он может изменить сердце каждого, даже таких животных. И все для него возможно. И поэтому говорится в шастрах, что Вриндаван — это то место, где возможно сосуществование львов, тигров, оленей и прочих таких несовместимых животных. Они сосуществуют и не едят друг друга. А вот возвращаемся к Кали. Кали жил в Ямуне, в озере Ямуны, и одни проблемы для Вражаваси приносил, поскольку он был очень ядовит. И вот никто не мог пить воду. Все знали, что это озеро ядовитое, никто не должен ходить и брать воду оттуда, и все растения, все померли от этого яда. И птицы, они облетали это озеро, а если не облетали, то от ядовитых паров падали в это озеро. Но один совет я могу... И вот вспомним, давно в шастрах описывается это, что говорится, что мы не можем садить семена в пустыне, поскольку толку нету в пустыне, один песок, и ни воды нет, ничего нет, и расти ничего не будет. И вот если мы поместим семя в песок в пустыне, то оно не прорастет, и это бесполезно, и так же нельзя. Давать мантры недостойным людям – это строгое завещание шастр. То, что мы не можем, нельзя садить семена в пустыне, потому что толку никакого не будет. И также давать мантры недостойным людям, у которых нету должных качеств. То есть какие-то люди могут какие-то грехи совершать. Но по милости Гурудева все эти грехи, которые мы совершали, они могут уйти от нас. И значение дикши, каково одно из значений? Вот в этом стихе говорится, божественное знание, когда оно проявляется в сердце, если мы идеально полностью предались Гурудеву, а если мы не предались Гурудеву полностью, то как мы можем ожидать, что Дивья Гьяна, она явится в нашем сердце? И вот говорится, самшаям значит, самого корня все грехи, они уйдут. И в этом нет никакой проблемы. И вот когда мы приходим к Гурудеву, Гурудев, будьте внимательны, Гурудев должен быть достаточно могуществен, чтобы забрать все ваши грехи, совершенные в прошлом. Когда он очистит вас, только тогда он может дать вам харинаму дикшу. И поэтому я говорил раньше, что не такова, неправильно, если садгуру позволяет ученикам находиться в океане грехов и давать харинамам. Это ни в корне неправильно.
То есть Гурудев не может давать посвящение таким людям, которые так и продолжают грешить, находятся в океане грехов. Это неправильно. Но сейчас, к сожалению, этому многие следуют. И вот если кто-то действует как ачарья, ачарья значит, мы должны пытаться изменить сердца своих учеников, а если у вас ничего не получается, то какой из вас ачарья? Иногда получается, может, но все время, если Божьей частью не получается, мы не можем изменить сердца всех, то какой смысл быть таким ачарьей? Одно из качеств ачарьи — то, что он может менять сердца своих учеников. И вот, в этой шлоке говорится, что если кто-то не может изменить сердца своих последователей, то какой смысл ему быть ачарьей? И вот саду гуру вайшнава, они могут изменить сердце любой падшей души, но Кришна тоже может это сделать, если мы предались ему. И вот суть в том, что Калия, он совершил оскорбление и еще без, своим ядом много беспокойств, проблем приносил, но милость, по милости Гаруды, он мог находиться долгое время в этом озере на Ямуне, но он своим пребыванием там отравился. И вот если вспомнить, как Махапрабху изменил сердца Джагай Матхая, они совершили оскорбление Харидас Такору и Нитянанди, но их сердца изменились, и вот по милости Гуру Вайшнавов все возможно. Что, и вот Калия жил в своей пещере, и было нечто благоприятное, то, что он жил во Вриндаване, внутри Ямуны, и он даже не выходил никуда. И второе, все его жены, они всегда молились Верховному Господу о том, чтобы Господь, они, вот жены молились, чтобы Господь изменил умонастроение их мужа. И вот его жены преданные, они молились Господу, чтобы он изменил сердце их жесткосердечного мужа, и они весь день поклонялись Верховному Господу и воспевали его славу, хотя Калия не присоединялся к ним, не участвовал в этой санкиртане, но осознанно или неосознанно он был вынужден слушать. Вот Аджамил, как он был спасен. Я хочу напомнить вам, Аджамила, он совершал много грехов, очень много. И вот у Аджамила была привилегия по милости каких-то саду. Он назвал своего сына Нараяном, Нараяной. И вот он так повторил: Нараяна, Нараяна. И под влиянием этого имени какие-то грехи, они исчезли, очистились. И вот на пороге смерти он не знал, что ему делать. И в голову ему пришло позвать своего сына по имени, и он начал кричать «Нараяна». И вот эти комментаторы пишут, что хотя он хотел позвать своего сына Нараяну, но на какую-то часть секунды ему пришла концепция Верховного Господа Нараяны. И вот когда он произнес его имя, то четыре посланника Нараяны, они пришли, Вишнудута.
Почему четыре? Поскольку это из имя Нараяна из четырех слогов состоит. И вот четверо они пришли. И когда Ямадуты хотели схватить его и отправить в царство Ямы, чтобы наказать за все грехи, то они обнаружили, что четыре каких-то неизвестных прекрасных спутника находятся там. И они сказали, что не следует забирать от Джамила, почему он так много грехов совершил. Мы сейчас возьмем и потащим в Ямадвар, в обитель Господа Ямы. А почему вы его забираете? Вы разве не знаете, что такое дхарма и адхарма? Но Аджамил, когда он находился там, он смог услышать Бхагавад-дхарму. Он узнал, что такое дхарма, что такое не дхарма, какова слава святых имен. И вот Аджамил лежал и слушал. И вот Вишнудуты, они говорили о славе Харинама и Ямадуты ушли. После этого Нараяна-дуты тоже ушли и, в общем, оставили его. И он так или иначе пришел в себя по милости Нараяна-дутов. Он был спасен. И он сразу отправился в Харидвар, и там он сидел и совершал баджан, и после этого оставил тело и достиг духовного мира. И Аджамил, он смог попасть в Даму. А кто был Гурудевом Аджамилы? И вот четыре Нараяна-дуты, Вишну-дуты, они были его гуру, поскольку с их помощью Дивигьян, божественное знание, оно явилось в сердце Аджамилы, и поэтому они его гуру. И вот он совершал баджан какое-то время и оставил тело впоследствии. И вот почему мы не верим, что это возможно тогда. И вот здесь преданные Кришны в форме жен Кали, они всегда воспевали славу Кришны, поклонялись Ему, принимали прасад. Кали был не заинтересован в этом, но все же осознанно или неосознанно они, он такую возможность получал. И также я пример приведу. Не так давно, лет 20 с чем-то, учитель математики, и вот он бенгалец по происхождению из Миднапура, в Бомбее живет. И вот работает в школе, соответственно, и в школе. Какую-то зарплату получает за преподавание математики в 2D, это было в Бомбее, какое-то место под таким названием. И его жена, и дочь, но они никогда не были склонны к тому, чтобы муж совершал какой-то баджан. То есть вместо того, чтобы ходить по всяким ресторанам, этот муж был вайшнавом, соответственно. Вот, и вот этот человек 30 лет назад, вот он мне жаловался во Вриндаване в Кишорпуре. И он очень плакал и говорил про свою жизнь, что случилось, что его жена всегда против него,
очень жестоко и зла, поскольку жалуются, что ни мяса, ни рыбы не перепадает. Я сам готовлю и не ем то, что они готовят. Я сам готовлю, предлагаю вот, божествам и принимаю просад. И вот таким образом он жил. И однажды он разгневался и... Жена кинула, разгневалась, кинула тапком в него с этим, со шпилькой и попала, ну, ранила до крови. И муж ничего не сказал, он молился Кришне у них, что она совершила, ведет себя так недостойно. И, пожалуйста, прости ее, она не знает, что делает. И вот он ей ничего не говорил, поскольку если начать с ней драться, то времени на баджан не останется, и поэтому он игнорировал такое поведение. И тем временем он говорит через несколько, и дочь его тоже не хотела видеть моего лица. И вот этот человек рассказывает дальше. И вот однажды жена заболела, в больницу попала, и обнаружили, что она раком заболела. Ну, то, что такое смертельный этот рак. И вот эта жена ходила в офис. Муж ходил в эту больницу, носил еду ей, какие-то угощения, заботился о своей жене. Ну, может, полгода где-то она так страдала. No time. Ну, времени уже нет на этих на репетиторство у него не оставалось уже, он только ходил с работы домой, готовил что-то, носил еду жене и так далее. И вот однажды он пришел, жена плакала и просила, что извини меня, я совершила ошибку. Совершила оскорбление твоим стопам, и сейчас я умираю, пожалуйста, прости меня, если возможно. И этот человек расплакался, слыша это. И вот смотрите, хотя жена кидала тапком в своего мужа, то муж, он был вайшнавом, и он хотел найти какой-то путь, чтобы... Эта жена не в этой жизни хотя бы, но следующее какое-то благо получила. И смотрите, общение с вайшнавами настолько благоприятно. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит вот в этом киртане, что он молит Господа родиться не столь важно в каком теле и в каком месте, главное, чтобы преданность она сохранилась в его сердце, и чтобы была возможность общаться с преданными Господа. И вот поэтому как мы не можем поверить то, что Калия, он смог... совершить оскорбление Гауди, но смотрите, дама, она настолько милостива, что даже Кришна, если не может дать нам простить нас, то дама, она может простить. Вот Ашвадхама, почему он до сих пор находится в даме. Вот Махарадж был в том месте, где-то 18 лет назад, в том лесу, где Ашвадхама находится. Он до сих пор находится там, кто-то может видеть, но далеко не все. И вот Ашвадхама совершает свой баджан и плачет. У него есть огромная вера, что сегодня или завтра, или еще когда-нибудь Вриндаван простит его в какой-то из дней. И вот по наставлению Гуру Вайшнавов он пытается опять и снова обрести милость дамы. И вот
Это Калия тоже совершил оскорбление Даме. Но смотрите, одно положительное то, что он во Вриндаване находился, второе то, что жил со своими женами, хотя Баджан не совершал, но из-за своих оскорблений, но все же смотрел на своих жен, как они совершают баджан, поют киртан, и осознанно или неосознанно, хотя или не хотя, был вынужден слушать эти киртаны. И третье, в Кришна-лиле, самой Кришна-лиле, аватари Кришна, источник всех аватар. Он получил даршан Кришны, который очень редок. И не только это, когда Кришна совершал свою Балли-лилу. И вот два сына Кубера, когда Нарада проклял их, чтобы они родились в то время, когда Кришна будет в Гокуле, и тогда только по милости Кришны вы будете спасены. И вот Джамал и Арджун, они стали двумя деревьями в Раджа. И вот вчера я говорил о том, что Кришна он танцевал на голове Кали, но все же в то время Кали хотел отомстить Кришне, поскольку его сердце было подобно камню, хотя даршан Кришна может растопить сердце каждого, но из-за оскорблений он не мог, сердце его не смогло расплавиться. И вот когда Бхагаван Шри Кришна, Нанданандан Шри Кришна, источник всех аватар, центр всего мира, когда он танцевал на его головах, и говорится, и вот Кали, он не понимал, кто танцует на его голове. Он думал, но не мог понять, он настолько был бессердечен. И после этого я уже вчера говорил, and with that, each and every time when giving the rhythm, to keep the rhythm on ground, where is ground? It is the head of Kaliya. Ground is not there. If you are going to dance on ground, you can put your head there. Prashni praharena. Prashni means this, you know, toe, tongue. One by one giving the pushing and dancing. И вот он так танцевал, прыгал с одной на другую голову. У Кали было 108 главных голов, и еще второстепенных много. И вот Кришна танцевал на всех его головах, и когда наступал, эта голова Кали, она ломалась. Но все же Кали не понимал, что происходит, и он думал, кто же это так действует. И вот после того, как Калия уже был на волоске от смерти, он потерял все свои силы,
ему надоело, но все же он не знал, что происходит. И вот он тяжело дышал, но все же он хотел отомстить Кришне. И вот так, ослабив Калию, он выдохся от такой борьбы. И я хотел еще сказать, Санатан Госвами, он говорит, что если Калия был бы в воде, то Кришна не мог бы танцевать на нем. И, то есть, если бы это происходило в воде, Калия мог бы под воду уйти просто. Но это было на островке. Anywhere inside water, it is bottomless. I told you, you know, big, deep, bottomless pit. You can find out the bottom. So, Sanatan Gosai is speaking. There was one island. И вот Санатана Госвами говорит, что в этом острове был островок, а другие комментаторы говорят, что по милости Кришны, может, там остров явился, даже если его не было. There was an island. But otherwise, how Krishna dancing on head and Kaliyo getting support because not? It was the arrangement of Sanatana Goswami speaking. Is the arrangement of Jogamaya. И вот Санатана Госвами говорит, что по милости Йогамая, с помощью Йогамаи там появился остров, на котором эта борьба происходила. Если даже не было этого острова, то он появился. И вот Кали, когда вышел из воды, посмотреть, кто там беспокоится, то все жены, они тоже пришли. Но когда жены увидели, что их муж, он... их муж собирается укусить Кришну, то... Making, you know, water game, swimming, so nice darshan, even Brahma Sangha cannot get this kind of level. Never вот когда see. Кришна играл в озере, то это был очень прекрасный даршан, и жены недоумевали, зачем это кусать Кришну, и им было стыдно. Они решили подождать и посмотреть из-под воды, что там происходит. И поскольку они думали, что вот сейчас они не смогут должное поклонение Кришне организовать, и они ушли под воду и смотрели оттуда, что происходит. И вот когда Калия был на волоске от смерти, уже рыгал кровью, с ядом, то в этом случае Калия, он тяжело дышал, и я уже говорил, что со всеми женами, детьми, а вот жены, когда шли на молитву Кришне, они перед собой вели детей. А почему? Чтобы у Кришны появилось сострадание. Если было сострадание, то чтобы увеличить его, что вот как маленькие дети, как можно убивать их мужа и их отца в смысле, и чтобы Кришна передумал убивать этого Калию. И жены думали, а если даже Кришна убьет нашего мужа, то это очень благоприятно быть убитым Кришной, поскольку любые демоны, убитые Кришной, они огромное благо обретают, но мы... Но мы потеряем возможность служить нашему мужу, а вот если Кришна изменит сердце нашего мужа, он станет преданным, то
мы сможем служить Ему и сможем вести такую прекрасную жизнь в служении мужу. И вот таким образом, когда те жены Кришны молились, то Кришна благословил, исполнил их просьбу. Вы просите мне все, я все исполню все ваши желания. И что Кришна сделал после этого танца? Кришна встал на одну из голов Калии. А почему? Чтобы дать ему надежду для того, чтобы жены Кали, они смогли совершить поклонение Кришне. Они пришли со всеми принадлежностями для поклонения, и вот они собирались поклоняться Кришне, и вот они принесли все принадлежности, и вот подошли к Кришне и начали возносить молитвы, и Кришна исполнил всех их желания и дал им возможность поклоняться себе. И вот Кришна стоял там, но что он хотел сделать? Он хотел изменить сердце Кали. И когда Кришна стоял на голове Кали, то тем временем, когда Кали умирал, то по милости, по просьбе жен, Кришна изменил сердце Кали, и Кали почувствовал, что какие-то цветы на моей голове. А почему? Калия почувствовал, что он настолько очень тяжело, Кришна настолько тяжел, он в нем бесчисленные вселенные, и кто же говорит это? И вот когда Кришна стоял на капюшоне на голове Калии, то Калия почувствовал, что цвет... То есть до того, когда Кришна стоял на Кали, он чувствовал, что Кришна очень тяжел, а когда Кришна благословил его, то он почувствовал подобно, что Кришна стал таким легким, как цветок. Кришна также находится в сердце Кали, и когда Кали решил, что он решил, что нужно поклониться этому Верховному Господу. Это наверняка Верховный Господь, иначе кто еще мог такое сделать? И вот когда Калия решил предаться лотосным стопам Верховного Господа, и тогда Кришна даровал ему свою милость. Калия не мог ничего сказать. Он был в таком положении, что не мог сказать ни единого слова, но Кришна понял, что он готов предаться, и тогда Кришна даровал ему свою милость. И в этом случае, смотрите, я же вчера говорил, и вот главная жена Кали, Субала ее звали. И вот когда Калия Нагини ви сахо премна рурдо пурто харе пуратанжали юта турнам пранаммо си харим бия дитва падар винданчо там убачо бхая кулаха брахма вайварта пуран. What written? Вот это в Брахма Вайварта Пуране говорится, что главная жена Кали, ее звали Субала. When they discovered that
И вот когда она увидела, что муж умирает, и уже решила, что некогда ждать, Кришна может вернуть жизнь нашему мужу. Дритва падара винначо таму вачо хаякула. Then when they discover, husband going to now every now and then, anytime husband can die. In that case, nagini vishao, nag means nagache пумлинго. И вот здесь «нагини» из слова используется, значит, во множественном числе, что жены начали плакать: «О Господь!» И начали возносить молитвы Кришне и предлагать цветы его стопам со сложенными ладонями. Их одежда от их приполнявших их чувств начала развязываться, и все украшения с волос они выпали, волосы распустились, и вот они молятся Кришне. Бхагаватам говорится: вот я говорил об этой слуке вчера, и вот в ней говорится, что все жены Кали-Наги, они на земле предложили ему свои полные распростертые поклоны, а земля откуда появилась, там по милости Кришны. И вот и были их маленькие дети там, они тоже... They are praying to Krishna itself. So sadhya kritanjali puta samarasya bhartur bhartur mokshep savaha to let their husband. They are going to pray in front of Krishna. You have changed his heart. Better you change his heart and allow him. И вот они молились Кришне, чтобы Кришна вместо того, чтобы убивать его, изменил его сердце. И можно вспомнить также шлоку, сказанную Бхагаваном Шри Кришной Удаве. Удава, никакие аскезы не могут удовлетворить меня. Как? Я доволен только, если у меня будет бхакти, ни йога, ни аскезы, ни другие практики, ничего кроме бхакти не может удовлетворить меня. И вот Кришна, если у нас будет преданность Кришне, то тогда только Кришна будет доволен нами. И вот эти жены Кали говорят: и вот они говорят: «О Господь! О Господь! Ваша эта Кришна-аватара, она явлена для того, чтобы наказать всех демонов. Это твоя особая аватара. Мы знаем, что это аватара для того, чтобы наказать демонов, и мы одобряем то, как ты наказал Калию, нашего мужа. Это достойное наказание, мы не возражаем.
So they are going to approve. We have no objection that you have given so heavy punishment to our wife, our husband. So nāga patnauchu najjo hi dandaha krita kilvishe asmin sabavataraha thamanigrahayaho. What for your this avatar coming here? Bala Maharaj, this avatar is to subdue all those demonic character. This avatar. So it's good. We approve. It's done rightly. Prabhu, he cannot make any mistake, we know. But still, you see, we know, he have no this kind of discrimination that he is an enemy, he is my son, и вот они продолжают, и что у Кришны мы знаем, что ты явился для того, чтобы наказать демонов, и также мы знаем, что ты беспристрастен. Done by Ganeshwaran, so I cannot excuse that demon. No, not that. Even I already told Narakasur doing so much problem. И Кришна он настолько беспристрастен, что наказывает всех вне зависимости от того, приходится ли они родственникам или нет, как Наракасуру, например. Он был сыном Кришны, но Кришна убил его за недостойное поведение. И то есть не простил, а наказал. И вот дальше говорят они. Халамеван сансана, бхаджан наджо хи дандаха крито килвиши асмин сававатараха караниграйо рипохо сутанам упи тулло друштер дхатсте дамам халамевану сансана. So, your friend and foe, this kind of discrimination is not there present inside your heart, even your son and, you know, enemy. И вот они, жены этого Калиянага, говорят, что ты беспристрастен и наказываешь или поощряешь всех, независимо от того, кем они тебе приходятся. И также можно вспомнить, что Нагапатни, они молились. И также можно вспомнить жен браманов, которые совершали яги. Смотрите, не сразу, а попозже эти мужья этих жен, они впоследствии поняли свою ошибку. Who dedicate their life for the service of Krishna? Who they dedicated? So Krishna was so merciful. Those they not going to hear any word because they asking for rice, prasadam, but they don't think it necessary to give response. They also making mistake upfront. И вот когда Кришна послал своих спутников попросить еды у этих браманов, которые совершали яги для Кришны, они сделали вид, что ничего не замечают. А когда они пошли к женам тоже просить еды, то жены, они отдали все, что нужно, и сами отнесли даже. И потом, когда Кришна послал их назад, что идите назад, а жены сказали, что нельзя нам назад идти, нас назад не пустят уже. Они сказали, что если уходите, то не возвращайтесь. Но Кришна сказал, возвращайтесь, умы ваших мужей, они уже поменялись. И действительно, эти браманы вскоре, они начали жалеть, что не сделали так, как надо, что сам Кришна пришел в форме своих спутников и хотел принять прасад у нас, но мы настолько горды были, что мы не думали, что нужно даже отвечать на его просьбы. И вот смотрите, просто
по милости этих жен браманов, как это возможно, что и сердца всех мужей чуть раньше, они вроде были преданными Кришне, но совершали ягью Кришне, но когда эти гопы пришли просить просад для Кришны, то они подумали, что не стоит даже отвечать на их вопросы. Но смотрите, вскоре эти яги, браманы, как они изменили свое сердце, почему они начали плакать и сокрушаться, и восхвалять своих жен, что они настолько велики, что взяли и сделали все, что просил Кришна, а мы неудачники. И как это возможно стало? То есть, помилуй, смотрите, это из-за преданности этих жен браманов Кришна был вынужден изменить сердца их мужей. Он сказал, что вы идите, возвращайтесь и увидите все, что благоприятно. И действительно, когда они пришли домой, то ни один из мужей этих жен, он не сказал ни слова против. И вот и вот Махарадж возвращается к Кали. Кали совершал много оскорблений Гаруде, даме Вриндавану, отравил все вокруг. Так что в Раджавасе уже не могли воду там набирать, нужно было куда-то выше по течению идти или в другой приток. В то время у Ямоны было много притоков. Было главное русло и притоки. Если сейчас в Матхуван, например, пойти, то ничего не найдем. Но в Бхагавате там говорится, и Нарада говорит, что иди, прими омовение в Ямуне и возвращайся. То есть это говорит о том, что Ямуна была очень близка к Матхувану. И также говорится, что Кришна и Баларам, когда они шли во Вриндаван, оставив Гокулу, то в то время Ямуна по дороге был и Гавардхана, а как это возможно? Сейчас, если пойдем туда, там ничего рядом нет, но это действительно так. Но кто-то может сомневаться, но в шастрах говорится именно так, что Кришна Баларам, когда они играли в том месте, Govardhan Parvat and Jamuna nearby. By where? Но где это было, и Гавардхан, и Ямуна, и все рядом, но сейчас мы не находим таких мест. Но в Бхагаватам описывается так, но те, кто комментирует, они пишут, что в то время было главный поток Ямуны и второстепенные какие-то сейчас высохли и нету, да, даже сейчас главное русло и то засыхает. Что говорить о всех остальных, еще 500... Это описывается еще 5000 лет назад, когда Кришна приходил. И вот смотрите, все Ямуна не вся была отравлена, просто какой-то рукав Ямуны. Ну, в то время таких насосов не было, чтобы воду из-под земли выкачивать, но и поэтому Ямуна главным источником воды служила, и всякие кунды.
В Нандаграме какая кунда, например, Санатан Гасай на ее берегу жил, Паван Сарова. Есть много разных этих кунд Сарваров там. То есть это, ну и кроме них, естественно, главный источник воды была Ямуна. То есть Кали не все сквернила, а просто какой-то рукав от этой Ямуны. То есть Кали своим существованием не всех беспокоила, а какую-то часть Враджаваси, которые жили в том районе и не могли воду набирать, пришлось куда-то далеко им ходить. И вот Нагапатни говорят, что вот наш муж совершил оскорбление Гаруди, Даме, Ямуне и также Враджаваси и твоим лотосным стопам. Он хотел убить тебя, укусить. И все эти оскорбления, они должны быть прощены тобою, поскольку ты единственный, кто может спасти его и простить. Иначе, если ты не простишь его, то что же делать? И вот ты хочешь наказать нашего мужа, и мы одобряем это достойное наказание, мы соглашаемся, но мы не можем понять, как это возможно, что и вот, я уже говорил, когда Садгуру кого-то наказывает, Садгуру или Вайшнава, и в этом наказании также милость, я уже говорил об этом, и здесь также жены Кали говорят об этом. И вот несомненно, мы знаем, что ты наказываешь внешне. Внешне видно, что ты наказываешь Калию, но это также милость. Это милость, оказанная тобою. Данда асатам техалу калма сапаха. Whenever you are going to give him punishment, that kalmas, darkness of heart, going to be vanished. И когда Гуру Вайшнава не наказывает нас, то в результате такого наказания тьма из нашего сердца уходит, и также Кришна. Кришна не только наказал его, но параллельно него своей милости и тьма из его сердца ушла. И вот жены Кали говорят дальше. О, Господь, одна просьба. Он находится в теле змеи. А когда душа получает тело змеи? Когда? За что? Есть из-за того, что оскорбления какие-то совершала. Это зовется низкое рождение. И этот, они говорят, что этот Калия, он полон грехов. И не зря он получил тело змеи, поскольку без грехов, не совершая грехов, никто не может попасть в низкое рождение. И поэтому, о Господь, и поэтому наверняка по Твоей милости он может жить еще несколько лет, но после этого он оставит это тело змеи и
возвыситься на более высокое рождение. Крохи опи те анукраха ева санматаха. Йо анукраха марси сонанхи. И вот твоя анукраха, милость. Kali also speak. I can show you. Kali himself, when started speaking a little bit, he is speaking. И вот Кали тоже какие-то слова сказал. Он говорит: «О Господь, мы змеи. Кто что может делать без Твоей милости, без Твоей воли? Ветер не может дуть, солнце не может зайти, реки не могут течь без Твоей воли». И так Вассиданта прямо или косвенно все совершается Кришной. Дурьодхан, он хотел показать, что это не так. Дурьодхан сказал: «Я знаю, что такое дхарма и что такое адхарма, но я не получаю вкуса вдохновения к дхарме». You know my activities, previous karma fall, so you are guiding accordingly. Even the leaf of one tree, вот даже, even the leaf of one tree лист на дереве не может пошевелиться и упасть без милости, без воли Верховного Господа. Even one leaf of one tree cannot, you know, swing without the mercy of Krishna. И солнце не может взойти без позволения Кришны, и луна, и все остальное, и все сезоны, весна, лето, осень, зима и все прочие, они все меняются время от времени по указанию Кришны, и кто же может оспорить твои указания, твои приказы? Кто же может, Паванадев и Индрадев и все остальные полубоги, они не могут ослушаться, они делают то, что ты желаешь. И все должны следовать твоим указаниям полностью. If I discuss this five candles, they are Brahmas speaking to Brahma. И вот пятая часть Бхагаватам Брахма говорит, что мы все вынуждены следовать правилам, которые Кришна предписал. Если кто там осмелится их не исполнять, то будет наказан. И вот, хотя ты хочешь наказать Калию, но мы думаем, что это милость. И еще одна просьба, как Калия получил такую возможность. Дхармо атхо васарва джанан кампая, яту хаван стушчати сарва живаха. What speaking? И что он говорит? Тахо сутаптям киманина пурвам, нирастаманина ча манадена, дхармо атхо васарва джанан кампая, яту Бхагаван тушчати сарва жива. What is this? И что это? У нас есть сомнения, какой аскезы, какие тапаси совершал наш муж. И может быть,
Так много людей совершают аскезы, но не все довольны. Верховный Господь, доволен ли такими аскезами? Хираньякашипу совершают аскезы, и Махапрабху говорит, что аскезы эти... Демоны совершают аскезы, но что толку? И вот жены Кали говорят, я имею в виду, он был, мы уверены, что в прошлом, может быть, он совершал какие-то аскезы, и, но в то время Амани, So maybe in future he has done some astute and penances with the mood of Vaishnava. А вот они говорят, что может в прошлом он совершал какие-то аскезы с умонастроением Вайшнава, и поэтому он обрел твою милость в этой жизни. Я качество Тринадапи, что значит? Одно из главных, этот, его, а, точнее, другое качество, это то, что он выражение почтения всем живым существам и неожидание почтения к себе. Это очень важное качество. И вот, возможно, наш муж Кали, он имел такое качество в прошлом и совершал какие-то аскезы в таком умонастроении. Only bhakti can help. So maybe some kind of devotional function was there. And also you can remember I was speaking this point that it is useless to go говорил, чуть раньше, что бесполезно сеять семена в пустыне. И бесполезно давать мантру каким-то бесполезным, недостойным людям, у которых нету веры. А сейчас можно видеть, посвящения раздаются направо и налево, но это неправильно. И следующее. Говорится, что нельзя выдавать дочь в замуж за человека неопределенного пола. Но имеется в виду, кто не мужчина, не женщина, какие-то эти, как их, трансгендеры. И это запрещено. Поскольку толку от такого замужества не будет. Никаких детей не родить не смогут. И вот три таких предостережения Бхагаватам. Первое, то, что нельзя садить семена в пустыне, поскольку они не прорастут. Давать мантры посвящения бестолковым, недостойным людям и выдавать дочь за недостойного человека, особенно если он не мужчина и не женщина. И вот и жены Кали говорят, что он наверняка совершал какой-то баджан, какие-то аскезы. И вот они продолжают, что Махарадж
говорил, что Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорил, что согласно Писаниям, и вот если мы обрели семя бхакти от Гурудева, и после этого совершили какую-то ошибку и пали, то в этом случае будьте внимательны. Я приведу пример материального семечка. Если семя поместить в какую-то плохую почву, то оно засохнет и умрет. Но не тот случай с семенем преданности. Но в случае с семенем бхакти это не совсем так. Это бхакти бидж, семи бхакти, но другое. То есть семя бхакти, оно не может засохнуть, но не умереть. И в будущем, когда в каких-то определенных условиях оно получит должное питание, то оно опять прорастет. И вот Кальянат, жены его говорят: «О, Господь, мы думаем наверняка, что в будущем поскольку он обрел твои лотосные стопы на своей голове. И мы думаем, что в прошлом он совершал какие-то великие аскезы. Он был вайшнавом и поэтому получил такую уникальную милость. He has done this way, Amani Manodaya, this procedure. So, otherwise, how it is possible that you are satisfied? Иначе, как возможно, что ты стал доволен им? Because you are inside the heart of everyone. И поскольку, о Господь, ты находишься в сердце каждого живого существа, и как же ты стал доволен Кали? И сейчас жены Кали говорят: И вот у нас есть одна просьба. Какие аскезы, какую баджану он совершал? Мы не знаем об этом. И что же он делал, что мог соприкоснуться с твоими лотосными стопами? И как он обрел право получить пыль с твоих лотосных стоп? Что говорить о пылинках с твоих лотосных стоп? Сами лотосные стопы, твои лотосные стопы оказались у него на голове, даже Лакшми Деви. Служит на Райне. Лакшми, она всегда служит на Райне. Что плохого в этом Лакшми, Нарайна? Нарайна и Кришна, они не отличны друг от друга, но все же однажды Лакшми хотела встретиться с Кришной. That time when Chaitanya Mahaprabhu been there in South Indian field, going to Serangoon, that time discussing. That actually
И вот Лакшми, почему она хотела встретиться с Кришной? Какова причина? И вот Шри Кришна и Нарайана, они не отличны друг от друга. Хотя они не отличны, но все же Кришна и Нарайана относительно расататвы Кришна гораздо выше. Но есть большая разница. Какова эта разница? То, что относительно расататвы, если говорить, то можно найти, что Кришна гораздо выше Нарайны. Нарайна 16 качеств является, а в людях, если не совершают баджан, пятьдесят качеств Кришны могут получить, но в таких незначительных количествах, не так как Кришна в полной степени, а полубоги 60 могут получить максимальное качество Кришны. А точнее, меньше, чем 60, а Нарайна 60 именно. И похоже на Нарайну эти аватары 60, Рама, Нарайна, Нарсимха. Есть 4 особых качества. Это Кришна. Только Кришна, он может ими обладать. Касянубхавасу надевамидмахи тавангриденуспарсадикараха ядманчая срир лаганачарат тапо бьяйу каману сучарам дитапрата. Почему Лакшми совершает аскезы в Вриндаване? Почему, если спросить, то она ответит для того, чтобы получить общение с Кришной, но без милости Радхарани и Гопи никто, даже Лакшми, не может получить такого. Конечно, она может совершать аскезы, но Радхарани она не будет следовать, поскольку она горда тем, что она Лакшми, богиня всего процветания, всего богатства. И как она может следовать Радхарани, которая как это попрошайка буквально, как пастушка какая-то непонятная. И вот из-за своей гордости это Лакшми не может ей следовать, из-за того, что она какая-то пастушка. И вот с такой надеждой Лакшми также пытается совершать суровые аскезы тапасью. И до сих пор, если мы будем во Вриндаване, там был Яван, и она совершает баджан, и мы не можем видеть этими глазами, что они совершают баджан там. И вот таким образом Лакшми совершает баджан. After that, 37 number sloka,
Actually, Naga Patrikam speaking, Nana Kapishtam Nata Sarvabhaumam, Naparamishtam Nara Sadipatyam, Na Yoga Siddhir Apunar Bhavamva, Vanchanti Yatpadarajaho Prapanya, Nana Kapishtam Nata Sarvabhaumam, Naparamishtam Nara Sadipatyam, Na Yoga Siddhir Apunar Bhavamva, Хе Прабху, нанака приштам, нато сарвабхоумам, нака приштам мани, о Господь, мы не получим такой возможности на небесах. И нанака приштам, нато сарвабхоумам, сарвабхоумам мин, сарвабхоумам значит власть над всем миром, нанака приштхам на небесах. Мы не надеемся обрести, контроль над всеми планетами и на этой земле. На парамештхам, даже мы не хотим занять положение Брахмы. И вот они так перечисляют, как, например, кто-то, все эти сравнения, они увеличиваются, например, в материальном мире. Есть болезни, а на райских планетах их нету никаких проблем, которые есть в материальном мире, их не встречается. Потом следующее сравнение приводится. In front of you, they can hear. If you call Indra Maharaj from here, то жители небесных планет, они имеют много качеств, которые эти йогови, будь 8 йогических совершенств, они могут делать вещи, которые мы не можем себе представить. И вот они перечисляют все эти блага. Следующее положение Брахмы гораздо лучше. А вот между небес, после небес Расадья, ну как Расадья Патьям какой-то, там, где Бали Махарадж находится. Там больше богатств, больше всего остального, а и это даже нельзя сравнить с постом, с местом Брахмы. Его положение, его гораздо более возвышенное, и живет он в тысячи раз дольше. We are not going to get any facility that a yogi can. И мы не стремимся ни к чему, чего могут достичь йоги. Йоги могут достичь 8 видов йогических совершенств или 18 других совершенств, но мы не стремимся к этому. Мы не хотим слиться с безличной Брахмой, с безличным Брахмой. Мы хотим обрести бхакти, мы хотим служить Кришне Бхагавану. They want to serve your lotus feet only. They deserve nothing, nothing, nothing. Only this. So we actually those Naga, those wives of
И вот вони к Кальяні приводять такі аргументи, щоб прославить своего мужа, что какие же аскезы он совершал, что даже такие великие личности, они не достигли этого, того, что достиг их муж. Нараяна никогда не помещал свои лотосные стопы ни на Дову, ни на Прохладу, ни на Лакшми, ни на кого вообще. И только этот Калия достиг такой великой милости, и мы очень удачливы. И вот они приводят такие аргументы, и эти нагопатни прославляют Верховного Господа через тезисы Веданты. Они совершали баджан долгое время, его вот так и изучили. Веданта Сутру Махарадж сейчас произнесет, но объяснять не будет. Самойони крудавасойопи ахиша сансара чакрамато сарино джадичатаха саддивавасамакша намасту бьям бхагавате пурушая махатмане бутавасайо бутайо парайо парматмане гьян вигьян нидхайе Брахмане ананта сактае, агунайо викарайо, намасте пракитая ча, калайо каланавайо, калавайо сакшине, вишайо тадупатриште, таткарте вишахе таме, ванчака патарусика пасинда, патитана правдана. Пушоттама, you are not adjusting my I just no voice you adjust in front of me and from there you cannot touch my ears do yes нет могу могу ли он no а you do adjust yes. And I'm speaking oh, just me it's not so it is more bad than no it is same also. No like this same. Yes that is still bad still better you don't know actually Adjust. Now extreme. No. Hare Krishna, Hare. It's okay. Don't touch. If you touch, I can cross your head. All the time I'm speaking here and there. All the time, it might blow because I need to be careful. Yes. I can keep my voice far, but still you can make your. What question? It's coming from yesterday class. Why this era was in with Dauji appearance day? Why it's happened? Вопрос, почему Калия Лила случилась в день явления Баларама? И вот ну, поскольку как раз случилось день явления Баларама из-за того, что ну, как раз его не было, поскольку день рождения был. Если бы Баларам с ним пошел, то у Кришны не было бы возможности явить такую лилу. И такая лила была уникальна, и Дауджи мог спросить. Дауджи Махарадж сказал в форме Ананта Дева, ты спишь на мне, почему ты не играешь со мной, играешь с какой-то обычной змеей? И это одна причина, и чтобы задеть сердца всех в Раджаваси, эта лила, она очень трогательна, все в Раджаваси, их сердца буквально разрывались от страха. Это
Kosala, Madhu, all at a time. So pain is important. Чтобы почувствовать боль сердца Враджаваси, это очень важно. Если мы не почувствуем их чувства, то что толку слушать Враджалилу? И такое же чувство должно явиться в нашем сердце, как Санатан Гасай. Он жил во Вриндаване. Он всегда пытался, он всегда общался с Враджаваси и узнавал чувства их сердца. Я малая душа, но я тоже пытаюсь найти общий язык с Враджаваси. Враджаваси никогда не ругаются со мной. За всю свою жизнь ни разу с Враджаваси не ругался. Они все любят меня, это позитивное. И вот однажды на Гокуле, Махарадж жил на Гокуле лет сколько, 15 назад или больше. И однажды Махарадж написал письмо кому-то, кто не мог бенгали, кто не понимал, он на английском написал и дал письмо Враджаваси, чтобы отправил это письмо, поскольку это в лесу было. И этот Враджаваси взял письмо, открыл, прочитал всю деревню, сказал, что Махарадж очень образованный, он так хорошо английский знает, и вот все узнали, что Махарадж очень образованный человек, хорошо язык знает, и начали приходить к нему за всякими советами и прочим. И вот Махарадж, может, последние 5 лет занят харикатхой на Гавадхан Парикрама, не совершает, ну, не столь часто. Но все же, если Махарадж поедет во Вриндаван, то сможет жить во Вриндаване. Но сейчас под влиянием времени ситуация меняется. И, ну, в общем, меняется под влиянием всякого интернета и прочего. Жены Кали, почему они родились, как жены имели такую преданность? Ну, в смысле, почему вообще этими змеями родились? В Пуранах рассказывается, и Бхактивинода Тхакур тоже говорит, вот в этом киртане, что важно родиться с преданностью в сердце. И вот хотя они родились как жены Кали, в Пуранах где-то это описывается, не все, конечно, могут это все изучить, но так или иначе, суть в том, что у них есть бхакти, и может по желанию Кришны, Нала и Кувер, они стали деревьями Ямалы Арджуна, чтобы украсить лилу. И Кришна перед тем, как явиться в этом мире, он украсил этот мир, организовал все факторы, чтобы они помогали в его лилах. И вот смотрите, перед явлением Шри Кришны много других вещей явилось в этом мире, как Нала Кувер, они получили проклятие от Нарады и оказались здесь, и это все для улучшения, украшения лилы. Иначе, если бы жены Кали не были бы преданными, это должно затронуть наше сердце, а не змеи. Для Но у них есть преданность, огромное влечение и любовь к Верховному Господу. Нам стыдно должно быть.
Во многих Пуранах это описывается, но так или иначе, главное это было для того, чтобы улучшить лилу Кришны, лилу Пушти на санскрите. И то, что у них есть преданность, это главное. Вот в Пуранах рассказывается, демоны Агасов, Бакасов, Путана, кем они были в прошлом. Как Путана, она была дочерью Бали Махараджа. Но главное то, что у жен было бхакти в этом, даже в этом рождении. Они были преданными. Кто-то должен лилу. Это лила происходит, ну, например, в театре кто-то должен вором быть, кто-то полицейским, кто-то другим, кто-то третьим. И вот, когда Махапрабху ставил какую-то драму, то преданные играли роли других людей. И так и здесь также, но главное, они были преданными. Good Maharaj, don't worry. No, don't do this. No, very good. If I speak one sloka, I can realize. You are very clever. You are not doing. Okay, you are giving pain to me. Okay. Вопрос те, кто не... И вот когда Парикшит Махарадж, смотрите, дал возможность Кали уйти, то вопрос возникает, почему? Парикшит Махарадж позволил Кали уйти, мог бы просто взять и убить его и все. И говорится, Парикшит Махарадж очень умен. Парикшит Махарадж мог осознать, что у Кали есть плохие качества, но есть их и хорошие. И каково это, вот это качество? И также в Бхагаватам говорится, те, кто не искренне, мы не заинтересованы в них. Что те, кто недостаточно искренне, то не ищут защиты у Господа, живут как сумасшедшие. И естественно, что какие-то проблемы постоянно приходят к ним. И что Кали может делать? Смотрите. Первое, то, что те, кто не искренне, те, кто не контролирует себя, они так или иначе будут в проблемах. Есть Кали или нету, но, по крайней мере, искренне они получат более легкий путь к освобождению. И также с Шрила Прабхупадой сказано с сожалением. Шрила Прабхупад, плача, говорит, и те, кто под именем Харикати, Харибаджана, те, кто хотят быть обмануты, их обманывают, поскольку почему они пришли на путь Баджана?
Хорошо, если они пришли, то почему они недостаточно искренне, чтобы определить, что такое бхакти, что такое не бхакти? Они сами ответственны за это. И они должны быть искренне, почему кто-то искренен, а кто-то нет. То есть в одном смысле они ответственны за свои проблемы, и также под именем Харикатхи и Харибаджана те, кто хотят обмануть весь мир, а обычные люди хотят быть обмануты, и поэтому они обманываются. Я знаю, в моей жизни также сейчас я никуда не езжу, но so gradually I am very strong day by day. Now point is there in my life. Some devotees. И вот какие-то преданные, например, зовут меня, плачут, чтобы приехала куда-то. Вот Мараш был в Карапури, например, мать Шанта Госвами Махараджа. Когда я приехал туда, я говорил, толку нет, что я приеду, нет, они просили, что приезжайте, очень вдохновлены вами. И вот Махарадж приехал туда, ему комнату отдельную выделили. И в обед, когда пришли преданные поклониться ему, Бабаджи Махараджа, говорят, что вы наш брат Боги. А я сказал, у меня к вам просьба, я хочу сегодня вечером уехать, я не могу здесь харикатху говорить. Преданные были удивлены, начали плакать, чтобы Махараджа остался. Я сказал, что хорошо, завтра поеду, и вот вечером я пришел и увидел, такая же ситуация там. Ну, там какой-то сахаджи сидел, пел на этом, на гармошке. И вот потом они поняли это, все разделили. И на следующий день, в день явления Баладева, Харикатха была великолепна. Но все же они хотели показать мне то, что you are here in top floor, so they know. So this year, wonder, they are not going to dance like Sahajiya. А, то есть там какие-то сахаджи приходили, но этот потом Ичар Шматха сказал, что смотрите, когда вы... Когда вы тут находились, даже не говорили харикатху, не были в Натхмандире, просто были вот здесь, то эти сахаджи уже не смогли заниматься никакой сахаджийской деятельностью, просто от вашего присутствия. И вот таким образом Махарадж говорит, что таких возможностей для проповеди не так много. After that, I discover everywhere there is no facility for it. То есть возможности, чтобы где-то происходила чистая харикатха, таких мест очень мало, и поэтому Махарадж никуда не ездит. So I want to give the actual thing or not? I am staying in Basasan, Dachi Bhagavatam. I like to cheat them or not? Cheat them? No. But still they are not coming. Why? И вот такие люди должны знать, что те, кто приходят ко мне, те, кто приходят в поисках возможности совершать настоящий баджан, они должны и вести себя должным образом. И если они не примут это, то Кали их накажет соответственно. Иногда можно видеть в каких-то матхах, вот Махарадж не хочет называть их имя. Вот однажды Махараджу пригласили нас на ятру в матху в Калькутте какой-то, и после того, как ятра кончилась,
какой-то саньяси с оркестром пришел, я был в комнате, но Махараджу не понравилось. Махараджа запаковал свои вещи и собирался уехать тут по дороге. Инчач поймал его. Ну, в общем, этот Инчардж